Хейшки, ребятки, с вами Лекс, и мы сегодня опять-таки продолжаем играть Бурито Бизон, и в данный момент, ребят, сразу же открываем пиньят. Ну чё, поглядим. На этот раз что нам интересно такое выпадет. Два тако сразу, и опа-на, скидочка на вонабира. Неплохо, неплохо, сейчас мы его прокачаем сразу, я думаю, то, что нам хватит денег. Значит, 3 ляма есть. Конечно, хватит, я думаю. Офигеть, 3 чили сразу, нифига себе. Я думаю, денег там вообще немного требует. Вон обер, даже без вот этой вот скидки. Ну, двойные песо. Отлично, у нас 7 миллионов сейчас в данный момент. 1 миллион, да, он требует. Купаем, разумеется. Так, что мы еще можем купить? Давайте, наверное, купим вот этого парня. И все, и погнали в бой. Погнали в бой. Мы получили, кстати, сейчас Бернардо у нас будет побольше золота, чем... прошлые разы. Почему? Потому что мы его прокачали, ребят, с вами с прошлой серии. Оп, оп. Отлично. И поэтому с Бернардо должно сейчас падать больше. Не знаю, сколько должно падать, потому что я даже не помню, сколько падало раньше с него золото. Поэтому даже не буду предполагать, ребят. Так. Где улучшатели все? Их ни одного нету просто. Что за издевательство? Ну все, пора прекращать использовать способность. И просто будем прыгать сейчас на мишках. О, хотя бы первый улучшатель дали. Отлично, пиньяту сразу же забрали. Супер. Оп. Оп. У нас сейчас, кстати, усилили же прошлой серии, ребят, с вами. Вот эту вот мишку, которую мы только что поймали в бочонках. То есть он сейчас нас немножко подальше отправляет, чем в прошлых... О, серии. Хорошо, поймал. Там был дальше кто-то еще, но что-то я его пропустил. Ну, отлично. Сейчас будем только по земле и кататься. У нас есть перчик чили. Поможет ли он мне, я не знаю. Отлично. Так, 100 скорость. Блин. Надо бы что-нибудь еще такое подобрать, чтобы мне увеличить скорость. О! Отлично. Ебой. Увеличим, конечно, скорость, но не так сильно, как хотелось бы. Благодаря этой теме. Успел увидеть его. Отлично. 137. Не знаю, пробью или нет. Должен пробить. Вы чё? 157 уже. Пробили. Взяли 200 тысяч. Перчик вперед. О! Точно, мы же эту стенку вообще не пробивали ни разу. Посмотрите, что там сейчас на заднем плане. Там какой-то дом. Видите, всякие счетчики разбитые, заколоченные дыры какие-то. Прикольно. Я еще там не был, ребят. Ну, поглядим. Хочу скидочку, хочу какую-нибудь скидочку получить. О, скидочка, спасибо. Как сказал, сразу же получили. Хорошо, сейчас купим тогда это улучшение. Вот, кстати, блин, вот зря на самом деле я, может быть, успею. Да, у нас хватит времени. Должно сейчас удвоение. Да-да-да, осталось теперь удвоение. И мы как раз-таки Бернардо выносим. Сейчас узнаем, сколько за него дадут вообще денег. 400 тысяч за него дают, за прокачанного Бернардо. Ну, не так много, хотелось бы. Хотелось бы около миллиона. О, до небес достали. Уии, просто красота. Спидометр бы улучшить еще. Было бы прикольно. Потому что скорость будет вообще просто неимоверная. Прямо в ключ. Жалко, что мне кончился этот этап. Так, сейчас у меня тоже, ребят, есть, как вы видите... перчик. Поэтому надо этот перчик, наверное, использовать нормально. Блин. О, бомбочку подобрал. Так, ну хотя бы одного. Уи! Ну все, пришло время. По земле. Ну вы серьезно, вот один раз коснулся, ребят, земли, и все. И сразу же на копа нарвался.
О, сразу два. Неплохо. Вот здесь бы до небес долететь. Это было бы очень круто. Но я не думаю, что, ребят, здесь получится что-нибудь. Давайте все-таки искать бонусы на земле. Ну, что-то видите, ни одного бонуса нет. Я лишь вижу, как мы просто конкретно касаемся постоянно всего, чего не хотим касаться. Ну где же бонусы-то? Хоть один, блин. О, вижу, вижу бонус. Я до него не доскочу. Просто, да что такое-то? Вы серьезно? Ладно, скоро сейчас будет. Насколько она мне поможет, я не знаю. По-моему, я даже не пройду через стенку. Не пройду через первый слой торта. Усиления нету? Да, я не пройду. Я не знаю, ребят, как в эту игру вообще играть. Она против меня работает. Так. О, прикол. Вы это видели? Мы достали до этого чувака. Офигеть, такого я не ожидал, на самом деле. И стена через 3, 2, 1. Мы ее не пролетим. Все. Ну да, это просто, просто конкретная неудача. Неудача, так назовем это. Но, в принципе, все равно денежки все равно капают потихоньку. Надо, ребят, нам 11 лямов. Или 12 лучше лямов, чтобы наверняка мы были уверены, что хватит этого. Давайте, наверное, в этой серии попробуем вынести мишку, попробуем вынести зайца, кролика шоколадного. Оп. Чтобы побольше денег у нас было. Пиньяточка! Отлично. Прикольно. Я не знаю, вот вы до сих пор мне не написали никто, может быть, я просто не видел этого комментария, ребят, связанного с... Блин, да не попал, как так? Связано с тем, что если у меня определенный тип катапультатора, имеет ли это на меня какой-то эффект? То есть даются мне определенные больше шансы, что мы на земле будем ловить какие-то бонусы или в воздухе. То есть если у меня петух, вот этот летающий, за которого мы сегодня только что поиграли. То есть, будут ли больше всяких вот этих улучшателей в воздухе? Или все-таки на земле абсолютно точно такое же количество? Вот к чему я веду. Мне интересно узнать, ребята. Если вы знаете, то он обязательно напишите. Даже если вы знаете то, что нет. Даже если вы знаете то, что да. Без разницы. Уи! Денюшка. У нас перчик есть. О, офигенно. Смотрите, у нас скорость с червем набирается, когда мы едим хотя бы одного такого чувачка. То есть за каждого шахтера нам дают скорость. Нифига себе. Это вообще легально такую скорость развивать? У, нету, нету, нету усилителя. Офигеть! Чисто в него летел. Не повезло, что перед ним стоял обычный мармеладный мишка. Хорошо. Блин. Да вы серьезно? Ну, у меня есть перчик. Но все равно, никак. Смотрите, там всякие поварешки, вилки, скрипки. В общем, прикольно, прикольно. Давай, двойной ПС хочу. Будет ли? Нет, не будет. Ну, ладно, в принципе, два супер сундука, это довольно-таки неплохое такое. Такой плюс. У нас, кстати, 12 миллионов, ребят. На 12 миллионов. Это нам даст возможность прокачать одну из этих вот штук. Все эти штуки, в принципе, довольно-таки нужны. Да? Ну а что нужно больше всего? Давайте все-таки, наверное, вот эту тему прокачаем. Она очень помогает, реактивный удар, вот этот вот. Когда у нас, к примеру, взят петушок. Когда у нас катапультатор является вот этим летающим чуваком. То есть мы сможем летать намного чаще. Вот, червя поднял, ребят, а трасса сразу же кончилась, то есть первый уровень сразу же закончился. Оп. Окей, окей.
Потрясающе, потрясающе. Давайте, давайте, давайте. Супер улучшатели. Не попал по последнему. Вроде бы нажал на него. Ну, то есть, на экран. Нифига не произошло все равно. Летим. Так. Блин, не попал. Я думал, я попаду прямо по этому реактивному вонобиру. Отлично. Блин, вы серьезно? Когда нужен этот... Два раза вот уже. Уже три. Три раза вот, когда нужен этот супер удар, у меня нету его. Вот сейчас он появился, и никто не будет появляться, видимо. Ну, я же говорю. Просто три улучшателя было только что. У меня удара не было вот этого вот сраного крюка. Эх. Как так можно? Как так можно? Что за издевательство? В принципе, следующим ударом мы убиваем, получается, босса. Посмотрим, сколько с него дадут. Ну, в принципе, я так понимаю, что... А, мы сразу врезаемся, окей. Смотрим сейчас, что дадут с боссом. Мы же его прокачали за 2 миллиона. Сколько теперь за него будет давать? 240 тысяч, в принципе, неплохо. Учитывая то, что это самый легкий босс, его убиваем мы с трех ударов. Ой, господи. Мы его с трех ударов выносим. Так. Блин. Хотелось бы побольше бонусов, опять-таки. Бонусов, видите, нет. Я, как всегда, не попадаю по нужным мне мишкам этим. Оп. Успел. Отлично. Я просто думал, не успею, дойду до конца уже стены. И получается, не получу бонусы. Ну, то есть бонус полностью себя не реализует. Так. Долетели. Допрыгали. Блин, думал, попаду опять. И видите, опять просрал. Пиньяточка, пиньяточка. Она слишком... А, нет, я думал, высоко будет. Оказалось, видите, как все хорошо. Просто какая-то жесть. Вообще, что происходит-то? Вы это видели? Офигенно. Ну, блин, не попал. Но слишком... Я слишком быстро лечу сейчас. Ладно, ждем. Ждем момента, когда можно будет использовать нормально. Но пока что я не вижу таких моментов. А, ну все, я проиграл. Взял момента и проиграл. До неба я уже не долечу. Как бы я ни пытался. Но все не в мою пользу. Опять-таки, нужно было сейчас усиление. Реактивного удара его не было. Жаль. Даже до стены, ребята, не докачусь, мне кажется. Да блин. Господи. Допрыгну? Допрыгнул. Насколько скорости мне дадут? Ну не так уж и много, видите. Хотя 130, смотрите-ка. Да! Все-таки да, немножко прокопал. И коснулся этой бомбы. Бомба — это очень важная тема. Ладно, ребят, на этом закончим. Я сейчас открываю эту пиньяту. И, наверное, на этом все. То есть не будем зайца убивать, потому что слишком долго получается. Мы его убиваем, потому что мы только сейчас начнем его дубасить. Денег у нас ни на что не хватает, видите. Прокачки тоже как бы еще до прокачки, я имею в виду. Пиньята еще до целых 10 прокачек нужно. Это как минимум сейчас посчитаем, давайте. Да не, здесь минимум, наверное, больше 100 миллионов. Больше 100 миллионов. Видите? Достигни уровня 14 разрыва, затем соверши путешествие во времени, чтобы разблокировать это улучшение. Я не знаю, что это такое. То есть, я даже не знал то, что здесь можно путешествовать во времени, ребят. Ну, мы это все увидим. Я думаю, что мы с вами пройдем полностью игру и полностью посмотрим, что вообще у нас здесь заканчивается, какие боссы и так далее. То есть, мы последнего босса открыли, но видите, в чем прикол, как бы... Да, за него много денег дают. Там 5 лямов за него дают.
Но я думаю, то, что это не последний. Я думаю, что здесь есть что-то такое скрытое, что до чего мы еще не дошли, до чего нам еще просто пипец как далеко. Ладно, ребят, на этом все. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Это была игра Бурито Бизон. Надеюсь, она вам нравится. Если да, обязательно ставьте лайки, пишите в комментариях, не забывайте подписываться в паблик ВКонтакте, ссылка есть в описании и в шапке канала. И с вами был Лекс. Всем спасибо и всем добра.